Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Анна, я основатель официального клуба группы Харизма в Сибири. Что бы я хотела сказать? У нас в преддвериях, в рамках нашей группы существует конкурс, где мы, участники данной группы и вообще слушатели, записывают видео короткое, которое посвящено, скажем так, группе. И первое. Первый вопрос, который там есть, ваши впечатления о группе. Ну, мое впечатление о группе такое, что, скажем так, они действительно зажигают. Действительно, таких групп очень мало в России. И действительно, скажем так, многие, наверное, их не понимают. Но это, знаете, опять же, на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то нравится, например, панк-рок, кому-то нравится хард-рок. Кому-то нравится трэш-метал и так далее. Сейчас общество у нас на штампах. А данная группа Харизма, она, мне кажется, отсутствует у нее понятие штампы. Они играют то, что им по кайфу. Вот и все. Хотелось ли бы вам, чтобы они сюда приехали? Конечно же, да. Ну, во-первых, потому что они реально классные. Во-вторых, они очень интересны, на них очень приятно смотреть. Хотя, к сожалению, их никогда не видела. Поэтому я вызвалась им помочь в организации концерта здесь. Я бы так бы сказала, хотелось ли бы мне, чтобы они приехали в Кемерово? Да. Ну да. Потому что, скажем так, здесь они нужны как воздух. Потому что, скажем так, люди привыкли к жесткой музыке. А здесь, скажем так, может быть и жесткая музыка, но настолько она светлая, настолько она чистая, настолько она искренняя. Благодаря мощному вокалу Вани и, скажем так, игре самих музыкантов. И тому, что они отдают людям. И что мы им отдаем. Взаимный чинч. Пожелание группы. Ох, ну мое пожелание группы такое, чтобы они побольше давали хорошей качественной музыки, радовали своих поклонников, чтобы поклонники размножались у них и приводили своих близких. И, друзья мои, давайте в конце концов будем любить музыку в себе, а не себя в музыке. Всем peace!